Можно ли работать или заниматься бизнесом в России, если приходится при этом платить налоги? Бисмиллях, альхамдулиллях, вассаляту, вассаляму аля расулиллях. Не только бизнесом. Любая работа, даже хоть дома сидишь, двое дома берет они налоги. Вот это является куфр над нами. Они заставляют нас платить им дан, как должно было наоборот, чтобы было кафир платили нам. При этом ситуации, если сказать, нельзя дан платить, если тебе приходится этот, имеется в виду, налог платить, если налог приходится тебе платить, нельзя работу, скажем, мы запрещаем любому мусульману, любому кафирскому государству работать. Это никто не говорит из ученых. Да, если можем мы не платить, это не должны платить, и не нужно платить, и харам может быть платить. А когда насильно с нас забирают, это налоги. Если ты отдал грех, и это ложится им, тебе от этого греха нету. Ну, главное, твой бизнес был халальным бизнесом, Аллаху алям. Шейх, а вот такой момент. Вообще, по сути, даже несколько раз в предыдущих ответах и во время прямых эфиров вы говорили о том, что вообще нет такого понятия налоги ни в исламском государстве, ни в кафирском государстве. То есть, если бы, например, чисто гипотетически существовало исламское государство, на территории которого жили бы и не мусульмане, получается, они бы тоже не платили бы ни за свет, ни за газ, ни за что, да? Свет, если человек сам изобретал свет, он за него будет платить. Налог, имеется в виду налог, я торговлю делаю. Я сам зарабатываю деньги, с меня государство берут, например, подоходный какой-то. Деньги берут с меня, без ничего деньги берут, они мне ничего не дают. Да-да. Ток берет, газ берет, сверху этого еще налог с моего прибыли тоже берут они. Вот это такой налог ислама нету. Ислам есть налог, это не налог, это закат. Год один раз платишь 2,5%. Это такой мизинкий, есть даже иногда, такой мизинкий налог в мире нигде нету. Ну да. Только закат плати, все остальное делаешь, выигрываешь сколько ты хочешь, миллиарды заработаешь, твои деньги никто с тебя не будет требовать. Закат платит. Из-за этого кафир почему сейчас причисления делают туда-сюда? Потому что от этих налогов убегают. А, да, в офшоры переводят, да, в Швейцарию. Оттуда Швейцарию куда-то приводят, оттуда потом обналичивают, налом занимаются, потому что там... За что это делают? Потому что от этих налогов убегают. Потому что налоги большие, зулмы для людей. Да, если ты можешь не платить, нельзя их платить. Если тебя насильно они забирают, из-за этого сказать, мусульманам нельзя работать, это не только затрудняем, уже мусульмане не могут жить, потому что огород сажаешь, даже есть тебе налоги, на, за землю налоги, на, землю. Есть, на дом есть налог, на другие налоги есть, в Аллаху алям.